Бывают в жизни такие моменты, когда человек по тем или иным причинам оказывается в трудной жизненной ситуации. Спасательным кругом для него становится поддержка социальных работников. Люди этой профессии в своей работе проявляют неравнодушие и душевную щедрость. Система социальной защиты в нашем районе, как и по всей Кубани, стала настоящей опорой для пожилых и одиноких людей, ветеранов, сирот, инвалидов. Именно социальные работники стараются сделать так, чтобы жизнь их подопечных стала более светлой и радостной. На торжественный прием к главе Славянского района накануне их профессионального праздника были приглашены лучшие труженики социальной сферы. Роман Синеговский поздравил их с Днем социального работника. Вы заботитесь о людях пожилого возраста, о наших ветеранах, о людях, которые попали в трудную жизненную ситуацию, об инвалидах. Я считаю, что это высшая точка милосердия. Все вы выполняете одно большое общее дело – это заботитесь о наших жителях. Поэтому вам за это большое спасибо. С наступающим вас праздником. Мира вам, добра, благополучия, радости, хорошего настроения. Самые добрые слова в адрес приглашенных и их коллег сказал председатель Совета Славянского района Григорий Литовко. Хочу сказать, что в вашей профессии это люди особой души, это терпеливые, это, будем говорить так, люди, которые самопожертвование, вот другого слова я не назову, проявляют вот, при общении с людьми, с такими категориями, как сказал Роман Иванович, которые действительно нуждаются. Труженики социальной сферы первыми принимают на себя волну проблем и забот от людей, которые не могут самостоятельно справиться с трудностями. Профессия социального работника не только нужна и важна, она требует высокой квалификации, новых знаний и умений. У нас есть определенные стандарты. В соответствии с этими стандартами должно быть определенное образование. То есть у нас все специалисты, вот вы, да, подтвердят, что все прошли переобучение. То есть так же, как сейчас педагогов направляют на переобучение, так все социальные работники подтвердили свои профстандарты. За многолетний добросовестный труд и в честь профессионального праздника каждому приглашенному социальному работнику глава Славянского района вручил благодарственное письмо и памятный подарок. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».